реформе пенсионной системы. Все это вошло в программу «Единая Россия». Причем туда же вошли наши предложения по совершенствованию экономики, промышленной политики, развитию сельского хозяйства. Я не буду долго цитировать то, что обсуждалось на связи, но упомяну лишь один пример. Вот наше сельское хозяйство, мы смогли развить сельское хозяйство до такого уровня, что мы сами себя кормим, и не только кормим, но мы еще и поставляем зерно и целый ряд других продуктов на экспорт. Почему я об этом говорю? Наверное, не все это помнят и знают, но Советский Союз закупал в огромных количествах. Но иногда наши политические оппоненты говорят, вот какое было сельское хозяйство в советский период, какое было сельское хозяйство. У нас начнется то, что происходило в 90-е годы. Галопирующая инфляция, проблемы с поставками.